Всем привет! Вы на канале. Привет, я Ника. И сегодня у нас в гостях Мира! Не ожидали? Как вы поняли, сегодня точно необычный выпуск. К нам неожиданно приехали ребята. А что будет в выпуске? Смотрите. Никуль, куда ты идешь? Видала у нее там еще сидеть. Ник, а что у тебя тут на очках? Что это такое? Алена подарила тебе кольцо. Это ты что хочешь? Опять на самокате кататься? Ник, а нормально в ночнушке и в очках? Куда ты? Сразу сказал, да. Что? Ты куда идешь-то? Мама. Чё? Куда идти, папа? Спроси у папы. Ты невеста, у тебя этот шаль? Ник, мы идем гулять. Что нужно? Пи-пи-пи. Пароль? Я. Ну а куда ты? Где я вводить буду пароль? 3-3-3-3-3-3. Пропускайте. 3-3-3. Пропускайте. 3-3-3-3. Ой. Все, пароль верно введен. Прогулка пришла. Ты будешь вылезать? Нет. Что, ты в коляске будешь сидеть? Да. Почему? От Ники. Привет. Мяу. Нету мяу. Мы же еще не у мяу. А меня сними. Ник, а давай расскажем папе, кто к нам в гости приедет, кто нам позвонил? Мирон. Скажи папе, к нам Мирон приедет сегодня. Мирон к нам приедет? А что это они? Вот так они проездом решили проехать, к нам приехать. Да, Никуль? Никак, но чуть-чуть попозже. Надо тогда дома убраться, кушать приготовить. Да. Ты же хорошая хозяйка. Да. Папа. Ну все? Так быстро? Ади, папа. Ага, сейчас. Давай. Ади, папа. Это твоя ложка, да? Мама. Это мамина, ага, ну почти. Папа. Это папина, ага. Все, задвигай тогда, давай. И закрывай посудомойку. Аккуратнее пальчики. Все. Вот и все. Вот мы и разобрали посудомойку. Сейчас я только стаканы на место поставлю. Нет. Все, мама. Там снимает. Не, мама. Мама должна снимать? А я. А ты что будешь делать? Ни-ни-ни-ни-ни-ни. Не упади только, ни-ни. Ты далеко собираешься? Может, разуемся сначала? Глянь, заурчала, да? Аккуратненько ее бери. Стеж, поздоровайся с подписчиками. Ребятики. Угу. Скажи, Стеж, привет. Ник, ты икаешь? Где? Водички попьешь? Эй, где? Баба. Баба. Угу. Пойдем, Стеж, поснимаем. Она кушает? Ну, сними, что она кушает. Расскажи. Где ее еда, вода? Угу. Что еще расскажем подписчикам? Пап, куда? Ту-ту. Да, в окне слышится ту-ту. Бывает, да, там поезд? Баба. На балконе, да, с бабушкой. Дедушкой, да. Папа. Дядя. Подписчикам сама привет. Баба, ту-ту. Да, рисовали вы поезд с бабушкой. Не поезда, да? Да. Ладу-ду.
пути. Вот туту, вот туту, вот туту. Дядики. Расскажи маме, что случилось. Что случилось? Да расскажи. Ну, можно так и не бросать ботинки. Что случилось, Николь? Николь, что случилось-то? Николь. Расскажи маме, что Стеша сделала? Что она сделала, Ник? Она что-то плохое сделала? Нет, Стеша наоборот. Ник, ты расстроилась, что ли? Да. И что Стеша что сделала? Укусила Стеш? Тебя? Мама. Поцарапала? Да. Ты расстроилась? А баба? Попругался на нее? Да. Ну, правильно. Ой, и вот здесь она тебя поцарапала? Да. Во, мама. И здесь. Она именно прям бросилась на руку. Ника испугалась, да? Не. Не, не испугалась. Так, Ник, что мы будем сейчас готовить? Где? Крылья. Да. Крылья. Куда, папа? По фирменному папиному рецепту, да? Да, кади, папа, а я кади. Да, ты одну штуку, а я вторую буду. Ой, а кади. М? Клади, папа. Пока надо. Ага, еще мне парочку положи. Во, давай, клади. Не-не. Угу, Ники. Так, нам нужно отрезать, Ник, вот эти вот штучки. Вот, у крылышек. Да. И их никто не ест. И да. Сами крылья разрезать напополам. Да? Конечно. Сейчас будет и... Оп. Да? Да? Все? Разрезали? Да. Это мы выкидываем. Так, теперь давай складывай. Один. Все, один. Давай, папа, считаем. Папа. Папа тоже помогать должен. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, много-много, Ник, короче, да? Да. Соль. Давай, солим. Сможешь посолить? Угу. Давай, папа поможет тебе. Надо перемешать, Ник, перемешай руками. Ой, Ник. Ну, Ник, ну перемешай вот так руками. Надо перемешать. Давай, помогай папе. Ник. Ладно, давай я. Так, перемешали. Что еще нужно добавить? Как? Соль. Соль мы добавили. Перец. Перец, да, молодец. Перец добавим. И что еще? Чеснок. Что его нужно? Да, на терке натереть. Сыпь. Во, еще чуть-чуть. Все, я думаю, достаточно. Никусь, идет коза рогатая за малыми Никуськами. Никусь, сейчас Мирончик уже приедет. Как никогда, сейчас уже скоро. На, поснимай. Пойдем. Это папа. Мини. Это Ника. А я. Что мы делаем? Что мама с папой делают? Куда Мини? Нет, Ника спала, да? Да. А мама с папой? Да. Эй, пап. Привет. Эй, мама. Привет всем. Любимая рубрика подписчиков. Да? Yeah. Кто хочет весь влог от Ники? Да, пишите комментарии, если хотите, чтобы Ника сама сняла свой влог полностью от и до. Платье. Мирон не видел это платье? Нет. Оно новое? Да. Иди одеваться будем. Уже переоделась? Да. Что мама тебе делает? Прическу? Угу. Не выспалась? Нет. Ты 2.5 часа спала. Во что будешь играть с Мироном? Мама, куда?
кушать будете? Да. А может, вас что-то поиграете? Да. В паровоз покажешь ему свой паровоз? Да. Машину. Да. Машин, наверное, у него своих много. Ну вот, заодно ты свои. Ника, а мы на кухне забыли полы помыть. Давай быстрее швабру возьмем, пока Мирона нету. Ага, пылесос все, да? Пойдешь, поможешь мне? Да. Угу. Ага. Все, отхожу, отхожу, я понял. Угу. Никуль, что, Мирона ждешь? Да, никак. Выглядываешь? Да. Никак не приехал? У-у-у. Долго он, да? Да. Скажи, я уже проснулась, да? Да. Могла бы еще поспать, да? Нет. Нет. Все. Мимо. Там Мирон? Да. Где? Там, думаешь? Посмотри, кто пришел. Никусь. Они... Посмотри на Ника. Я так ждала. Ух ты, господи. Чего ты? Мирон, посмотри, как Ника рисует. Посмотришь? Колесики. Красиво рисует? Ой, красиво? Мирон, ты будешь кушать? Mm-mm. Нет? А ты будешь кушать, Ник? Подумаем. Подарочек она тебе уже подарила, а это Нике дари. Нике дари. Скажи, Ника, это Нике. Давай, держи. Так, еще что мы Нике? Вот такое нам подарок. Открываем, Ника? Смотри, у вас с Мирончиком пришел собакой в серии. Мирон, смотри, это Томас. Прикольно? Да. Открываем? А я. А где Никита подарок? Куда мы его убрали? И этот открываем. Давайте. Давайте, ой, какой? Мини. Помочь тебе, Николь? Да. Давайте, маму, давай. Папу. Я еще батарейки купила, не знаю, там есть ли в наборе. Открываем. Запускать. Вот так, все. О, поехал. Ники уже ездит. Прикольно? Да. Давай, включай тоже. Ставь. И включай. До конца. Двигай ее до конца. Столкновение! Туда-сюда разъехались, да? Большая продуктовая корзина. Магазин. Какой у вас быстрый работник. Лучший продавец, наверное. Месяца. Деньги разронял. Мирон, плати карты. Все развалилось. Она и сама все возьмет. Это, наверное, это скидочная карта, да? Ага, скидка. Мирон. Искать нас нет.
Мирон нас? А то он знает, что нас надо искать. Сейчас я его позову, сейчас. Мирон! Мирон! Пойдем найдем Нику. Пойдем Нику найдем. Пойдем. Где Ника? Ну-ка найди. Нету нас, нету. Мы спрятались, никого нету. Нашел ее? Котенка за красоту. Подожди, подожди. Два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, я не виноват. Давай, Ника идет искать. Да? Со мной? Ну, пойдем. Ну, ну. Тетенька, пойдем, моя зайка. Где Мирон? Так, так, так. Нашла? Да, вот это прячешься. Ага, пойдем искать. Где Ника? Где Ника? Нет. Нету? Дверь, может. Дверь, посмотри. А, вот она, Ника. А, вот это ты кольнул. Не надо отрезать ничего мне. Зачем мне футболку режешь? Ты зачем мне футболку режешь? Два, три, четыре. Пять! Я иду искать! Где же, куда же они спрятались? Может быть, они в холодильнике? Может быть, они за шторкой? А может быть, они на балконе? Нету нигде. Может быть, они в посудомойке? Нету. А может быть, они здесь? Здравствуйте! Я вас нашел. Так, давайте, идите в комнате прячься, бегите. Нет. Иди в комнату прячься. Давай, один, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Где же они спрятались? Может быть, за шторкой? Я не знаю. Вот они! Один, два, три, четыре, пять. Идем, идем искать. Ай-яй-яй, Мирон, ты что? Побежали искать. Куда он мог спрятаться? Пойдем. Куда он спрятался? Туда? Свет включите. Там видно? Нет, все. Нет его тут? Нету. А где еще он может быть? Пойдем еще поищем, где он может. Давай. Где он еще может быть? Может, он на балконе? Да. На балконе? Ну-ка, пойдем посмотрим. Он там? Нет. Нету его? Нет. О, слышите, он где-то кричит. Куда он спрятался-то? Детки, детки, посмотри. Ника. Ник, пойди сюда, ты выйди. Посмотри в гардеробе. В гардеробе посмотрите. Здравствуйте! Все, выбегаем. Попробуй соседнюю, может получится. Опа, получилось. Ник уже сложил зелененький. Дальше куда? Не входит, а сюда. Опа, подошло. Я все. Давай синенький собирай. Привет. Привет. На кухню. Это кто? Да, тебе. Это кто, Ник? Мир. Мирон? Да, тебе. Так. На дереве. Нет, Ника снимает, это ее влог. Не, будет твой влог, будешь ты снимать. Пойдем маму снимем. Что мама делает? Пойдем. Это дядя. Кто? Кто это, скажи? Папа. А, это твой папа?
А дальше сними, кто еще у нас в гостях? Кто еще в гостях? О, привет, Ника! Подписывайтесь на Нику, да, Мирон? Мама! Не, папа! Эй, папа должен сказать, да, подписывайтесь на нас! Мирон, скажи привет, подписчики! Да, подписывайтесь на нас! Мирон, скажи привет, подписчики! Скажи привет, подписчики! Привет! Привет, да. На, держи, ты хочешь поснимать? Эй! Привет! Я? Ника, снимай! Ой, все, два блогера могут этот спокойно сами снимать. Ага. А Костю сними, Мирон, Костю сними. Костю. Я Костя. Привет! Не, голова. Я что? Костя. Да, папа. Я Костя. Я папа Ники. Не, да, папа. Вон папа твой сзади. Не, да, папа. А мама? Что она делает? Что Ника делает? Да, Додо. Что Ника делает? Да, Додо. Ага, играет в поезд, да? Да. Угу. Да. Это твой самолетик, да? Давай, рисуем Мирона. Голову. Угу. Это голова у него такая? Да. Это глаз. Молодец. Это что такое? Это второй глаз. Ага. А еще улыбку нарисуй ему. Рот. Во. И нос нарисуй. Во. О, похож. А волосы вот так, волосы давай нарисуй. Ой-ой-ой, я пойду. Пойдем маме покажем быстрее. Мирон, смотри, это ты. Вот он, ты нарисован. Пойдем маме покажем. Пойдем? Да, и твоей маме покажем. Пойдем. Ну-ка покажи. Покажи. Ну посмотрите. Вау, это кто? Это ты кого? Мирон нарисовал? Да, это Мирон, видишь? Я знала. Как похож-то. А дядя покажи, дядя, ну посмотри, это твой сын. Это твой сын. Настоящая художница просто. Волосы прям все похожи. Рисуй тетю. Рисуй, давай. Да. Ага. Так, да. Глаз где у тети? Тут глаз. Да. А второй глаз где? Ага. А нос нарисуй у тети. Нос. Не надо, Мирон. Ну давай уже, давай заново, давай. Больше так не делай, ага. Ага. Не надо, все, не надо. Давай, рисуй, Ник. Где? Это что, голова? Да. Глаз. Ага. Где? Второй. Где? Угу. Ну, давай, рисуй. Где? Нос, рот. Где? Ага, это что такое? Ага, это туловище, да? Где? А вот это две руки? Где? Угу. А это голос, наверное, у тети, да? Нос-то где? Не куку. Все. Да. Мирон, приятного аппетита? Да. Вкусно? Мирон, что ты кушаешь? Макароны? Да. С котлеткой? Да. А ты, Николь? Да. Тоже макароны с котлеткой? Да. Скушай, он тебя покормит? Ну тогда сам кушай. Вон Ника быстро кушает. Да. Ник, надо быстрее, да, кушать, а то твои макароны заберут. И котлетку не забудь, ладно, Николь? Все, приятного аппетита всем. Да. Приятного аппетита. Да? Какие пчелки красивые. Давай, Ник. Все готовы, дети? Да! Держите вам десертик. Пчелки. Покажи, Мирон, какая пчелка у тебя. Так она летает? Ну-ка. Кушай давай, а не летай. Залетает в рот. Вкусненько? Поцелуй Нику, скажи, Ника, спасибо. Поцелуй Нику. Вкусно? Да. Дайте мне откусить попробовать. Ой! Кто мне даст? Ничего он себе! Он тебе не даст! Уже! Еще! Мироном
где же Ника с Мироном? Интересно, ну-ка. Интересно. Ага, вот они. Вот они. А вы пойдете чай пить? Мирон, ты куда собрался лезть? На луну? Пойдем чай пить? Пойдем. Там много чего вкусного. Пойдем покажем. Ну что, Никуль, гулять пойдем? На улицу освежиться. И ты гулять пойдешь? А то дома засиделись, да? Это волк. У тебя на карточке волк. Никуль, иди сюда, мама, дай тоже раскраску. Вот сейчас. Куда идем? Куя. Куда идем? Куя. Угу. Мирон тоже идет? Кака, мама. Мама остается здесь? Никуда идем? Куя. С Мироном идешь? Да. Ты Мирон? Да. Погладил? Сако качаешься, Николь. И Мирон качается. Мирон, ты куда? Покажи, поехали с горки. Будем пирожки лепить? Давай. Вон, смотри, глянь, Ника уже лепит пирожок первый. Ну вот он, бери лопатку, желтую. Тетя пошла Мирон за лопатой. А Мирон вот он сам. О, меня крокодил сейчас съест. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. О, смотри, с Никой сейчас будем делать. Обалдеть, что? Песка у тебя много в руке? Ник, Ника, какие у тебя грязные руки? Отмоемся? Как? Ну, мы отмоемся такими грязными руками? Да. Хорошо, ладно, продолжай. Мигу дади. Давай. Давай, Мирон, все, пока. Пока, не скажи ему, Николь. Помаши ручку. Пока, Мирончик. Пока-пока. Помаши еще им пока. Ну, такой выпуск у нас получился. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на нас. Всем пока! И воздушный поцелуй, Ник. Поцелуй, поцелуй, Миранта. Все.